Всем привет, с вами Арсений, магазин Туком и видеообзор, наверное, самого легкого кресла туристического от компании, группы компании Tanar. Вот, это кресло Premier Fishing PF231, вес всего 2 200 грамм. Чтобы далеко не ходить, я специально сейчас возьму весы и их взвешу. Не весы, конечно, кресло. Итак, мы взяли наши супер-мега-весы. Кстати, весы можно также у нас приобрести на сайте. Ссылочку можете найти сейчас в информационном окошке. Вот, пользуюсь ими уже второй год. Итак, заявленный вес производителя 2200. Итак, вес, как показывают наши весы, 2360. Итого 2 килограмма 360 грамм. Немножко выше, чем на самом деле заявил производитель. Но это, наверное, из-за транспортировочных упаковочек. 10 грамм бирочек и пыль сверху насела на это кресло. Итак, что можно сказать об этом кресле? По его размерам, габаритам, характеристикам и внутрям. Ну, в первую очередь я могу сказать, что кресло выполнено из алюминиевой трубы. Труба у нас... Вот так, какая у нас тут труба? Труба диаметром где-то 28-27 миллиметров, это вот эти несущие. Здесь она немножко потолще, труба около 30 получает мер по размерам. Что я могу сказать? Ширина сидения у нас получается между это 50 сантиметров. Высота максимальная у нас по спинке 85 сантиметров. Высота сидения у нас получается 47 сантиметров, глубина 47 сантиметров. Вот, итак, я вешу 100 килограмм, рост 180, присаживаюсь и достаточно свободно на нем сижу. Подлокотники при необходимости можно отстегнуть, помыть, постирать. Один и второй. Вот. Собирается кресло так же просто, как и разбирается. Вот такое вот у нас получилось кресло. Кроме того, могу сказать, что только у нас на сайте сейчас вы можете, пока не только поступили в продажу, купить чехол для этого кресла. Ни в одном магазине вы больше такого чуда не купите. Кресло убираем внутрь. При необходимости можно зафиксировать ремнями безопасности. Застегнуть. И нести туда, вам это нужно. Только у нас на этот чехол при покупке кресла, не только этого кресла, но и любого другого кресла, вы получаете скидку на чехол 10%. Требуйте от оператора, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендую.